так же, как и для Смита-младшего. Для него это тоже дебют в рамках ACB. And now 3 5-minute rounds in the ACB lightweight division. Introducing first, the fighter on my right. He fights out of the blue corner and is a Muay Thai and wrestling specialist. He stands 5'8" tall, weighing in at 154.2 pounds. His professional record, 13 wins and 7 defeats. Fighting out of Irvine, California, USA, Hollywood, Darren Smith Jr. And now his opponent, standing across the cage and fighting out of the red corner. He is a BJJ specialist, standing 5'9" tall and weighing in at 154.6 pounds. His record, 6 wins and 2 defeats. Fighting out of Rio de Janeiro, Brazil, Gletson Pony Cutis. Ну что ж, бойцы представлены. And your referee when the action begins, Luke Lafayette. Как и любой бразильский боец ММА, специалист по джиу-джитсу, по бразильскому джиу-джитсу, наверняка у него есть черный пояс. Вот многие такие бразильские бойцы как раз специализируются на бразильском джиу-джитсу. Даррен Смит, кстати, напротив, специалист по кикбоксингу, поэтому можем ждать от него множество ударов ногами в стойке. Да, там и кикбоксинг, и муай-тай, поэтому посмотрим, как пойдет. Еще раз скажу, 13 побед, 7 поражений у Даррена Смита. Очень-очень опытный боец. Жесткий лоу-кик заряжает как раз-таки Даррен Смит. Начинают ребята на дистанции. Кутис. Вот здесь не дотянулся. Кутис ногой. Пытался ответить хай-киком, но не попал. Да. Вот встречные удары. Вот, вопрос, будет ли переводить в партер Даррена Смита. Бразилец. Пока он так забрал центр клетки. Вот сейчас прошел у него удар слева. Пока что осторожно ведут себя оба бойца. Работают на дистанции. Ну вот сейчас так и грызнулся Даррен Смит. Ну да, им нужно и тому, и другому нужно понять, как бы, какая дистанция больше подходит, если они собираются продолжать поединок в стойке. Пока что никто из них даже не пытается перейти в борьбу. Ну да, то есть пока предпосылок нету. Вот здесь увернулся от этого удара Кутис. И начинает бразилец поддавливать. Ну вот отличный ответ на Смита. И целая серия ударов. Ударов мощных. Ведет. Поплыл бразилец. Поплыл. Да, очень серьезно поплыл. Несколько сильных ударов в челюсть пропустил. Ну, естественно, не хочет маленькие партер. Хитрости. Маленькие не хитрости. Хочет партер Даррен Смит. А вот смотрите, какой хороший хай-кик в ответ бразилец. Выбросил, по-моему, так пришел в себя все-таки. Да, немножечко продышался, пока лежал на полу. Начал дальше работать. Ну, было у него время, да, небольшое восстановиться, но, смотрите, продолжает. Даррен Смит почувствовал кровь, скажем так. Да. Он решил работать первым номером. Да, пытался да, выбросить да. Супермена, но не попал. Вот опять лоу-кик от Смита. Ну, я думаю, что Даррен будет стремиться, у него сейчас в голове сил. О, хороший такой хай-кик пробивает сейчас американец. По защите, правда, но да. Вот, ну, там в том числе, ну, там было ощущение, что почувствовал удар бразилец, на самом деле. Ну, и вот, наверное, первая попытка перевести соперника в панцир. Пройдет ли у бразильца тейкдаун? Кутис почувствовал, что в стойке ему немножечко не хватает и решил побороться. Ну, он в стойке его перестреливал просто Даррен Смит. О, отличный прием. Да, застегивает треугольник на шее бразилец. И проблемы у Голливуда. Но тут неплохая такая застежка. Тем не менее, смотрите. Пытается разогнуть руку бразилец, но американец выпутался из этого захвата. Да, и не хочет. Не хочет идти в борьбу Даррен Смит. Ну, Даррен прекрасно понимает, что в стойке у него дела идут гораздо лучше. Бразилец так почувствовал это за первый раунд. Мы с вами прекрасно увидели, как он поплыл после серии пропущенных ударов.
Но вот здесь промахнулся хай-киком Кутис. Очень хорошо Даррен Смит видит удары ногами от Кутиса и вовремя от них уворачивается. Вот снова попытка перевода в борьбу, но снова Даррен Смит вырывается. Даррен откровенно Смит не хочет он переводить бой в партер. Вовремя отбросил ноги и не дал перевести себя в партер. Ему партер не интересен. Нужно сказать, что у Даррена Смита из 11 побед, 4 победы нокаутом, 3 победы приемами и 4 же он побеждал по очкам. Ну, по другим данным, 13 минут, на самом деле. Бывает разночтение в статистике, такое случается. Тем не менее, по этим цифрам понятно, что он не борец, что он предпочитает работать в стойке. Да, тем более, что мы упоминали о его бэкграунде кикбоксерском и муайтайском, если так выразиться. Опять неплохой хай-кик. И тут же отличный перкот, точно в голову. И снова поплыл бразилец. Дарлайн пытается добивать. Удар за ударом попадает американец. Там болтается до расстояния. Бразилец не защищается. Рефери смотрит на это. Мне кажется, рефери должен уже был остановить бой. Бразилец не защищается абсолютно. Очень странное поведение рефери боя. Удивительно, что он не остановил поединок. Видимо, просто считал секунду. Выйдет ли на второй раунд бразилец, вот большой вопрос. На самом деле, потому что вы увидели, да, что будет? По сути, это был нокаут. Это уже был настоящий нокаут. Бразилец свалился на пол, бесил. Вот сейчас мы увидим повторы лучших моментов. Да, здесь была попытка застегнуть треугольник со стороны Кутиса. Но Даррен Смит очень грамотно защитил. Вот этот апперкот и серия ударов точно в голову. Очень длинная и мощная серия. Да. Уже вот в этот момент видно, что пони поплыл, и вот здесь уже настоящий нокаут. После еще одного точного апперкота. Ох, вот здесь можно было в принципе останавливать уже, на мой взгляд. Да, я согласен, правда. Очень странно, что рефери дал бойцам продолжить. Потому что после этого, когда Кутис оказался на земле, Даррен Смит просто бросился его добивать, и Кутису были опущены руки. Посмотрим, пришел ли в себя бразильский боец. Ну, Смиту нужно делать то, что он делал в первом раунде. Работать в стойке. Перестреливать своего соперника дальше. Ходить с ударами и взрываться сериями. У него очень хорошо получалась серийная работа. Пока что не торопится Даррен, боится ответных ударов все-таки. Не хочет торопиться и проиграть. Ну и бразилец тоже, естественно, он сейчас будет вот так кружить. Для бразильца это дополнительная возможность отдышаться, как-то прийти в себя. Очень жесткий лоу. Да, бразильского бойца добавляет хай-кик. Кутис и будет ловить сейчас у Смита. Даррен снова уходит от перевода. Вот они, эти маленькие хитрости мира ММА. Подполз бразилец так, Смиту. Призывая его в партер. Да, но вот ощущение, что пришел все же он после первого раунда в себя, хотя там действительно был очень такой спорный момент именно по остановке боя. Если бы остановили, я думаю, что никто бы не поспорил, даже сам бразилец. Но бой продолжился. Бой продолжился, и есть шансы бразильцы только, наверное, в партере. Потому что в стойке, вы видите, он, ну, если называть вещи своими именами, практически никакой. В ответ на 3-4 точных удара от американца он отвечает одним, а то и не отвечает вовсе. Хорошая двойка, чуть-чуть на излете от Даррена Смита. Ну, Даррену нужно работать серийно. Выжидает момент, чтобы взорваться как раз в этой серии. Пока точные прямые одиночные удары. А вот здесь, смотрите, огрызнулся бразилец. Показал, что, в принципе, может и в стойке тоже поработать. Бразильцу нужно рисковать больше. В любом случае, первый раунд он проиграл разгромно. Поэтому он сейчас использует уже прыжки и прочие атрибуты. Будет ловить бразилец. Будет пытаться ловить.
бразилец американца. Даррен это чувствует, не идет вперед со всей силы. Ждет момента для серии ударов. Вот во втором раунде, кстати, кое-что в стойке бразилец тоже показал нужно. Пару раз точно попал. Отметит. Хорошее колено, но вот ниже пояса. Как показал бразильский боец. Но рефери опять не остановил бой. Но видно, что Смит... А вот сейчас Смит прозевал проход в ноги. Прозевал тейкдаун, но при этом мог очень быстро подняться. Напомню, поединок в легком весе, весовая категория, до 70 килограммов 300 граммов. Даррен Смит в синих шортах, американский боец, и его соперник в Бразилии Глейсон Кунтис. Так. В очень странном положении бойцы. Ну вот сейчас. Опять встает Смит, продолжает атаковать Глейсон Кунтис, пропускает в клинче удар коленом. На мой взгляд, Смиту нужно разрывать вот этот клинч. Смиту из угла подсказывают, что нужно разрывать клинч и отходить на удобную для него дистанцию, чтобы работать дальше по своей тактике. О, хорошо попадает. И отвечает, кстати, бразилец тоже неплохо. Там была попытка забрать ноги, но Смит... После борьбы Смит как будто стал без сил. Видно, что он начал задыхаться немного после работы в партере. Ну вот умотал его в партере. Кутис, да. Попытка провести бросок была со стороны бразильца неудачная. И снова Даррен Смит призывает бразильца подняться на ноги и работать в стойке. Бразильец, естественно, не хочет. Но рефери решает этот вопрос. Нужно признать, что во втором раунде бразилец смотрелся получше, чем в первом. Да, Глейсон Кутис смог вернуться в бой. И отработал второй раунд. Остановился, хотя еще раз скажу, в первом раунде, ну там он был на грани, если бы рефери остановил. Ну, если бы да кабы, а у нас конец второго раунда, и так в атаку пошел бы бразилец. Да, во втором раунде картина, не сказать, чтобы полностью противоположная, но Глейсон Кутис показал себя во второй пятиминутке. Да, показал, что есть у него характер. Попадал, в принципе. И... Попытка тейкдауна, но сирена. Сирена и третий раунд окажется решающим и для Даррена Смита, и для Глейсона. Они видятся, естественно. Дыши, дыши. Relax your heart. Hold it in for 2 seconds. Relax. You're doing a great game plan. Just watch when he takes you down. He's trying to do that overhook sweep. I see it coming. He's trying to bait you. So just relax. Да, тренер говорит, да, жди своего момента, он Что ж, бойцы готовы. Третий раунд. Финальная пятиминутка в этом поединке. Который в первом... Опа! Прекрасный хай-кик от бразильца. Хотя в первом раунде казалось, что все, бой может закончиться. Тем не менее. Кружит, постоянно меняет углы бразильский боец. Неплохой хай-кик запустил Даррен Смит. Очень жесткими лоу работает он по ногам соперника. Ну да, он подсушивает ноги такими ударами. Нанести максимальный урон. Взял паузу Смит и тут же... Этим пользуется бразильский боец, да, идет вперед в стойке. Прошли у него там пару ударов, прошла. Попытка провести удар коленом в прыжке была от бразильца.
сдалась. Оба бойца присматриваются, не хотят допускать ошибок. Ну, цена ошибки велика. Попытка тейкдаун, да. Даррен Смит снова уходит от него. И вставляет колено при подъеме. А вот хорошо огрызнулся, опасно бразилец, так сфинтил. И снова тейкдаун, снова неудача. Ох, отличный удар вправо. Да. Смит не хочет, парни. В очередной раз Смит показывает, что он... И снова Глейтин Кутис подползает буквально к своему сопернику, подзывает его, давай. Говорит, мол, иди сюда, иди, давай поборемся. Вот Смит не собирается. Не хочет Смит этого делать. Но здесь можно ловить бразильца. Будь побыстрее, Смит, поточнее мог бы наказать вот эти размашистые удары. Ну вот, полууспешный перевод. Борьбу от Кутиса. Но здесь может запрыгнуть Мау, по идее, Смит. Но попытка выпутался Смит снова. Снова показывает, что он не хочет спартер. Ну, здесь варианты или так вот дождаться, пока рефери подымет бразильца в стойку, или попытаться обойти ноги и запрыгнуть в Мау. Но Смит понимает, что только этого и ждет бразильский боец, поэтому... Естественно, вы все прекрасно знаете, да, что для бразильцев позиция снизу является атакующей фактором. Учитывая, так сказать, специализацию Кутисов, тот же джиу-джитсу бразильский. Ну вот, закрытый гард, пожалуйста. Первый раз успешный перевод от Кутиса. Даррен Смит, мне кажется, просто устал защищаться от переводов и решил поработать на канвасе. Ну, решил передохнуть в парке. Да, скажем так, в закрытом гарде перевести дух немного. Ну, я думаю, что Кутис ждет момента, чтобы провести или болевой прием, или удушающий. Ну, вот попытка опять, видимо, зайти на треугольник. Да, ну, Смит держит гард. Да. Вот, смотрите, связал Смита бразилец, но ничего не может пока сделать. Находясь сверху в партере, Даррен Смит. Бразилец хорошо его вяжет. Ну, а что дальше? Связал. И что дальше? Осталась минута, посмотрим, что бойцы покажут. Уже даже меньше, на самом деле. Ты должен работать, Даррен, говорят. Ему из угла. Да. Тренер подсказывает, чтобы мы работали над этим на тренировках. Давай отрабатывай. Вот пока не может ничего сделать Смит. Вот. Попытка застегнуть треугольник на шее со стороны Кутиса. Вот такой захват неплотный. Вот сейчас улучшает позицию руками бразилец, и меньше уже 15 секунд до конца поединка. Даррен Смит пока что держится. Последние секунды. Очень важно, что бразильцы. Сопротивляется американец изо всех сил. Ну что ж, мы ждем судейского решения. Я думаю, что в третьем раунде, смотрите, как тяжело поднялся Даррен Смит. Практически удалась попытка удушающего бразильца, но Даррен Смит вытерпел. Вот в первом раунде, да, мы видели, как был на грани нокаута бразилец, и в третьем раунде, посмотрите, уже были серьезные проблемы с ударом Смита. Следующий бой у нас Марк Гловер, Дэвис Дос Сантос. А пока мы ждем судейского решения в этом бою. Стоит отметить, что у Даррена Смита вновь полностью проведенный бой. У него в карьере 7 поражений 4 решения. И из 11 побед тоже 4 решения. Да. Достаточно много боев полностью проводит Даррен.
Да, удалось в третьем раунде, сработал план у бразильца, все-таки удалось затащить соперника в партер. И если бы он это сделал пораньше, возможно, бой закончился бы достаточно. Да, может быть, не смог бы бразильца, просто показал стойкость на самом деле. Бразильский боец в первом раунде там. Он был в очень тяжелом состоянии. Он практически на грани нокаута. Сейчас посмотрим, что по этому поводу думает. Ну, мне кажется, возможно, даже 2-1 по раунду. Может быть, но... Это чисто предположение. Третий раунд в этом плане очень спорный. Давайте. And ladies and gentlemen, after three hard-fought rounds, we go to the judges' scorecards. They score it the following: 29-28, 28-27, and 29-28, all in favor of your winner by unanimous decision. From the blue corner, Hollywood, Derek Smith Jr. Даррен Смит побеждает, но бой оказался для него не очень простым. И у нас Смит победитель. Very early on in the first round, your shots caught him, hurt him. He still ended up putting you a triangle. Were you surprised about his resiliency to even go through the decision? No, I'm not. He's a tough Brazilian jiu-jitsu fighter. I knew that he was going to be tough from the get-go. Not a lot of his fights, like people finish him. So I know that he was going to come back strong. Your defense for the triangle, both times in the first round and the third round, was impeccable. Great head control, kept it up. But was it close there in the third? Were you aware that the thing was clapping? Oh, yeah, it was close in the third. It was really tight. I just heard my corner say it was like 15 seconds left, so I was like, fuck it. I'm just going to hold on tight. If I pass out, I pass out. Good call. Great win. Your winner, Darren Smith. I'd like to shout out my sponsors, Bad Boy, my gym, Boxing Works in Torrance, Clubber Jiu-Jitsu in Huntington Beach, my two fucking head coaches. I love you guys. My brother, Yoko Hamamura, and my dad, Don Torres. Thank you guys for coming out here. Thank you all for having me. I look forward to coming back and banging again. Great win. Всех он поблагодарил за поддержку, всех своих болельщиков.